На дорогах Чувашии продолжается ямочный ремонт. О ходе ремонтных работ на улицах столицы в нашем репортаже. Как отмечают специалисты, в этом году от резких перепадов температур площадь повреждений дорожного полотна увеличилась. С 26 февраля рабочие предприятия по содержанию улично-дорожной сети города отремонтировали в общей сложности более 4000 квадратных метров. В процесс ремонта недавно включился новый рециклер. Он позволяет разогревать асфальтобетонную смесь до 220 градусов. Такая технология существенно сокращает сроки работ. Через 10 минут после заливки по поврежденным местам уже может проехать транспорт. Израсходовано 510 тонн литого асфальтобетона. Значит, работы ведутся ежедневно в двухсменном режиме, включая выходные дни. С поступлением новой единицы техники, приобретенной администрацией города Чебоксары, нового рециклера, с 21 марта при работе в двухсменном режиме, значит, среднесуточный объем работ около 200 квадратных метров. С 10 апреля планируется возобновление ремонтных работ с помощью техники КДМ-316, работающей методом пневмонабрызга. Одна ремонтная бригада такого типа в месяц способна отремонтировать площадь более 1400 квадратных метров. В этом году решили отказаться от идеи расширения до 4 полос дороги по улицам Энгельса и Ярославская. Средства решили направить на укладку нового асфальтового покрытия от улицы Гагарина до улицы Ярмарочная в Ленинском районе. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика.